Скоро Рамадан, и я хочу заранее наесться. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Кстати, о Рамадане. Вы уже начали к нему готовиться? А что, к нему надо готовиться? Конечно, Рамадан — это самый важный месяц в году. Это как экзамен, и к нему обязательно нужно быть готовым. А я вот готовлюсь, я Коран каждый день читаю. Только вот почему-то после каждого Рамадана я обещаю себе еще больше поклоняться, но постепенно об этом забываю. Тебе просто нужно сделать себе напоминалку. Вещь, которая тебе не даст об этом забыть. У меня идея. Давайте сделаем одну замечательную поделку, которая будет круглый год напоминать вам о Рамадане. Давайте! Thank you.
Наш пенал готов. Надеюсь, он поможет вам не забывать вести себя так же, как и в Рамадан. Ой, теперь я точно не забуду про этот важный месяц. Я тоже такое сделаю, а лучше несколько. Хочу всем подарить на праздник Рамадана. Замечательная идея. Дина, а вы расскажете нам, что произошло с пророком Адамом и Хаввой дальше? Почему люди не остались жить в раю? Конечно, расскажу. Эту историю должен знать каждый. Адам и Хавва беззаботно жили в раю. Они наслаждались всеми благами Всевышнего и не знали нужды. Первые люди много благодарили Создателя, поклонялись Ему, они часто находились в обществе ангелов и никогда не грешили. Но за безоблачным счастьем людей днем и ночью наблюдал враг человека, Иблис. До сотворения Адама Иблис был стражником рая и достойнейшим рабом Аллаха среди ангелов. Но когда Аллах сотворил человека, Иблис посчитал себя лучшим творением из всех. В его сердце всегда жила гордыня, о которой знал только Всевышний. Когда же Аллах повелел всем творениям преклониться перед Адамом, Иблис показал свою гордыню и отказался выполнять его приказ. Этот поступок изменил жизнь Иблиса. Из праведного раба он превратился во врага Аллаха. Его прекрасная внешность стала безобразной, а вместо рая ему был обещан ад. Теперь, когда Иблису был запрещен вход в рай, и милость Аллаха больше не простиралась над ним, Иблис винил во всем человека. Он считал, что человек стал причиной того, что он, Иблис, был унижен и изгнан. Шайтан во что бы то ни стало хотел доказать, что человек грешен. Когда он услышал, что Аллах установил для человека запрет, он возликовал. Иблис был очень умен и знал, что этот запрет – единственный способ заставить человека ослушаться Аллаха. Он стал следить за каждым шагом Адама и Хаввы, изучая склад их характера, и выискивал в нем слабые стороны. Иблис тщательно продумывал коварный план. Но сколько бы раз враг Аллаха не приближался к вратам рая, стражники прогоняли его прочь. Иблис понимал, что открыто в рай он проникнуть не сможет. Он обошел всех животных на земле, прося их помочь ему войти туда. Ни одно животное не посмело пойти против воли Всевышнего. Но когда очередь дошла до змеи, Иблис пообещал ей защищать ее от человека, и она согласилась. «Спрячь меня в своей пасти и проползи мимо стражников», — сказал ей Иблис. Так они и сделали. Иблис очутился в раю. Он не желал замечать красот прекрасных садов. Блага Всевышнего не прельщали его, ведь он все еще мог покаяться и стать преданным рабом Аллаха. Но он пришел за другим, чтобы погубить человека, лишить его довольства Аллаха и увести за собой в ад. Человек был осторожен. Он помнил слова Всевышнего о том, что Иблис – враг ему. Человек не желал слушать Иблиса, но тот был хитер. Иблис знал, что человек послушен Богу и никогда не совершит грех просто так. План врага Аллаха заключался в другом. Шайтан действовал постепенно. Сначала он говорил с Адамом и Хаввой издали, он не заговаривал о запретном дереве, а только упоминал о нем иногда. Когда первые люди привыкли к присутствию Иблиса,
он стал наущать их. Не показать ли вам дерево вечности? Как? Вы до сих пор о нем не слышали? Так люди узнали, что плоды запретного дерева даруют человеку вечную жизнь. Конечно, это было ложью, но Иблис клялся людям, что он их друг и желает им лишь добра. Люди стали прислушиваться к его словам. Сначала шайтан убедил Адама и Хавву приблизиться к запретному дереву. «Вы только посмотрите на его плоды. У них приятный запах, красивый вид и удивительный вкус. А все это лишь потому, что они даруют вечную жизнь и власть. Каждый, кто отведает их, станет как ангел». Затем шайтан начал говорить людям о том, что Аллах скрывает от них это дерево, потому что хочет лишить их вечной жизни. Беседы с Иблисом зародили в людях сомнение в своем Господе. Адам и Хавва стали волноваться за свое будущее. Они испугались, что однажды им придется покинуть рай, за воротами которого их встретят трудности, нищета и смерть. Иблис стал горячо убеждать людей в том, что если они отведают хотя бы кусочек плода, то будут жить в раю вечно. Им больше незачем будет волноваться. А когда он поклялся именем Всевышнего, что не лжет, Адам и Хавва всерьез задумались. Никто не смеет давать ложные клятвы именем Бога. Должно быть, он говорит правду. Клятва Иблиса убедила Адама и Хавву в том, что он желает им только добра. «Если слова его правдивы, — решили люди, — то мы обязательно должны отведать плодов с этого дерева, иначе так и останемся простыми смертными». И они протянули руки к запретным плодам, сорвали их и надкусили. В тот же миг Адам и Хавва поняли, что произошло что-то страшное. Все вокруг изменилось и стало другим. Их прекрасные одежды упали с них, рай стал для них чужим. Иблис с воплем мчался прочь. Люди поняли, что Иблис обхитрил их. Адама и Хавву охватило горькое покаяние.